Всем привет! И сегодня мы расскажем об уходе за волосиками, за кожей головы. После рождения кожа малыша начинает шелушиться, в том числе на коже головы образуется как короста. Вот, большое количество шелушинок, они желтого цвета такого появляются. Их нужно обязательно вычесывать. Как их вычистить? Нужно намазать перед купанием, за час до купания, маслом, одеть на малышек чепчик. Мы мажем масло облепихом домашнего приготовления из натуральной облепихи. Одеваем ему чепчик, и малышка лежит, играется час до купания. Во время купания мы моем ему шампунем. После купания можно использовать расческу, щеточку, расческу. Я еще приспособила для вычесывания вот такую маленькую расчесочку. Сначала щеточкой, так вот. Потом расчесочкой. Здесь немножко остались шелушинки, я уже вычислила. Но если каждый день делать, можно кожу головы полностью очистить. А если не вычищать, то кожа головы будет плохо дышать под шелушинками, под коростой. Надо обязательно вычищать. Ну, такой щеточкой тоже очень удобно чистить. После масла как раз и шелушинки все размягчаются и легко вычищаются щеточкой. И кожа малышка будет чистенькой и здоровой.